Сходи и посмотри, как осенью живые жгут костры. Не умирай, хотя бы до серебряного бора. Направо поверни у старого собора, ну а потом еще немного и мосты. Иди увидь, там сосны, как в кино, там по поленьям с треском носится тепло, и человеческое тоже там течет по кругу. И люди ласково передают вино, и мясо приготовилось давно, и детям с взрослыми бесстрашно и смешно. Простое счастье ты хотел, так вот оно. Зачем они все здесь? Чтобы согреть друг друга. Садись и жди, найди любой пенек, хотя бы издали почувствуй эту стаю. Прислушайся, вдруг снег внутри тебя подтает, и ты захочешь, чтобы он исчез. А если нет, не страшно, все мы люди. Еда на золотом или дырявом блюде, живым без разницы, здесь никого не судят. Просто давно предпочитают лес. Просто растут они, стоят на месте, сдвигаются к огню, чтобы расслышать песни, и ежедневно познают, что значит вместе. И слово «вес». Они как сосны, не поймешь? Я говорил вначале, дверь открывается для тех, что постучали. Они ожили, они одичали, и кроны их касаются небес. Спасибо.